Хорошая явка избирателей наблюдается сегодня в Вилюйском районе. С самого утра жители активно приходят на избирательные участки. Их в районе 34. Работу свою они начали с 8 утра. Районный электорат составляет 16 962 человека. По открепительным удостоверениям за пределами района голосуют 233 гражданина. Выдано открепительных удостоверений из 450 233. Остальные все погашены, составлен об этом акт. Все 34 избирательных участка работают без эксцессов, но выборы идут спокойно.